Слушайте, то есть у нас система-то гулаговская осталась, по большому счету. Общество хочет делать вид, что таких людей не существует. Проблема-то на самом деле гигантская проблема, трагическая проблема, очень тяжело решаемая у нас в стране. Специализированные женщины, женщины в тюрьмах, как мне известно, никто не занимается, кроме нашего проекта. То есть мы не просто занимаемся консультированием и тому подобное, мы проводим еще расследование нарушений прав женщин в тюрьмах. Такие расследования, которые привели к изменению ряда законодательных актов Российской Федерации, то есть, потому что, ну, я считаю, что это просто необходимо, именно потому что права женщин обычно нарушаются больше. То есть. Естественно, нас в первую очередь интересовало тюремное материнство, то есть потому что через меня там прошло больше 50 малышей вот, на все науки, когда вот, они сидели там, рождались. Я считаю, что женщины всегда сильнее, чем мужчины. Ну, это, собственно, и на гражданской жизни также. Женщины. Поэтому мы называем эти колонии молчаливыми. А в тюрьме есть такие патронажные сестры? В тюрьме нет. В СИЗО их нет. Нет, это во-первых. Во-вторых, там вообще как бы медицинское обслуживание оставляет желать лучшего. Подождите, а как, допустим, если женщина бывает, женщина рожает, допустим, не полностью вычищает, то есть через какое-то время ей снова нужна медицинская помощь, поднимается температура, то есть это же все должно быть постоянно под контролем. Мама, после я родов. Таблетку можешь повыпить и успокойтесь. Вот на данный момент как бы вот в СИЗО так. Это огромнейшая система, связанная с тем, как общество относится к таким людям и чего, собственно говоря, общество хочет. Общество хочет себя обезопасить, или общество хочет, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни, или общество хочет делать вид, что таких людей не существует. Вот. Общество должно с этим еще разобраться. И после этого заставить государство действовать в соответствии с общественным мнением. Когда они видят, что идет какое-то общественное давление, и это давление, и появляется какое-то количество подписей, то есть они решают даже в том, что можно использовать в каких-то своих интересах, показать, что вот они заботятся о каких-то группах населения, вот, а тем более заботятся о женщинах с детьми, даже в тюрьме, то есть вот как бы это считается таким положительным балом. Вот так получается какие-то законодательные инициативы, то есть которые как бы они приписывают себе, ну мы рады, что хотя бы это какое-то продвижение идет. Я ехал своим излюбленным маршрутом мимо Малых Крестов, следственного изолятора номер 4, и вспоминал нашу последнюю встречу с Надеждой.
Она находилась в паллиативном отделении и уже не могла ходить. Она показала свою изуродованную грудь после операции. Мы разговаривали минут 30-40, пока она не устала. Надежда вспоминала о своей жизни, о приходе к Вере, о тюрьме и как она боялась за жизнь своих детей. Самое тяжелое, конечно, вот из тех того, что получилось, это создание нашего фильма, то есть «Последняя надежда», когда мы снимали фильм о наших подопечных онкологически больных женщин, которые умирали. И мы готовили материалы, и когда работаешь с умирающими людьми, это, то есть откладывает очень серьезный, очень осадок оставляет психологический и моральный. То есть, но просто ты понимаешь, она понимает, что вот интервью, которое мы пишем, то есть последнее интервью мы писали женщине, которая уже за 2 месяца до смерти, то есть она знала, что она умирает, она уже лежала в паллиативном отделении, то есть мы писали у нее последнее интервью, то есть за несколько месяцев до смерти. Слушай, а что ты больше всего в тюрьме боялась вообще? Умереть. Умереть в тюрьме именно? Да, я хотела, думаю, чтобы только побыть дома немножко с детьми и умереть на воле. Такое ощущение, что они думали, что все, вот тут теперь родственники, жена, там, сестра, или, там, дочка, то есть умерла, то есть и все, на этом все проблемы кончились. Но сейчас же огромное количество женщин также болеют онкологией, также находятся в тюрьмах, то есть если бы это не было возможности сказать об этом, то есть все так, система бы не стала меняться, хотя бы потихонечку.